Казанц. Че как, бро? Смотри, сколько ты получил рождественских открыток. Опять. Что ты будешь с ними делать? Не слишком лень их читать, поэтому я их выброшу, как делаю каждый год. Не, ленивые кости. Папайрус. Фриск, ты хочешь что-то спросить у меня? Мне просто было интересно, где... Мало, не говори этого. Твои рождественские открытки. Фриск, мой друг, как видишь, я, великий папирус, не получил ни одной рождественской открытки. Но я знаю почему. Никто не знает, где мой почтовый ящик. И что ты будешь с этим делать? У меня есть отличная идея. Не-хе-хе-хе. Я просто буду сидеть тут и ждать, пока кто-то не заметит, что почтовый ящик мой. Ты уверен, что этот план сработает? Я уверен, Санс. Окей. Санс, ты видел Папайруса? Он все еще снаружи, и я не знаю, как я могу заставить его вернуться. Зато я знаю. Серьезно? Я верю, что кто-нибудь спотает мне рождественскую открытку. Я просто должен... Папайрус! Папайрус, пожалуйста, вернись назад. Прости, человек, но я не сдамся, пока я буду ждать. Вообще-то у тебя уже есть что-то в почтовом ящике. Что? Ты издеваешься надо мной, Санс? Не в этот раз, бро. Отойди. Не, ты был прав. Давайте посмотрим. Папайрус, не грусти только из-за того, что ты не получил много открыток. Ты самый крутой монстр в подземелье. Малой прав. Это прекрасно. Спасибо вам. Пожалуйста, бро.